9 пьяных водителей задержали в Первоуральске. В выходные инспекторы ГИБДД провели рейд «Безопасная дорога», выявляли нетрезвых автолюбителей. Всего первоуральцы нарушили правила дорожного движения 232 раза. 9 водителей управляли автомобилями в состоянии опьянения. Одному из них грозит уголовная ответственность. Автопробег «Остановим ВИЧ» в Свердловской области стартует в городе. Первоуральцы смогут получить консультацию по вопросам распространения ВИЧ-инфекции, а также пройти экспресс-тестирование бесплатно и анонимно. Акция состоится 30 августа с 12 до 18 часов на площадке перед ТРЦ «Строитель» по адресу проспект Ильича, 31. Сегодня день рождения мотоцикла. В 1885 году Готлиб Даймлер получил патент на транспортное средство, которое по сути представляло собой велосипед с моторчиком. Затем мотоциклы постоянно совершенствовали. Первые российские серийные мотоциклы появились в 30-х годах 20 века.